квартире нашего друга Александра Ключева и его сына установлена скрытая камера. Папа якобы пригласил к своему сыну платного Деда Мороза, а тот якобы не явился. И папа пошел на улицу уговаривать случайных прохожих 5 минут побыть Дедом Морозом для его сына Саши. Кстати, очень воспитанного мальчика. Хорошо. Санечка, сынулька, к тебе Дед Мороз пришел. Проходите, где Шурик? Пожалуйста. Шурик. Здравствуй, Шурик. Как у тебя тут дела? Я дедушка Мороз, а замерз тоже. Ну вот. Хоть и мороз, а все равно замерз. Согрейся. Согреться можно? Вот, спасибушки. Спасибушки. Ой-ой-ой, видишь, как замерз. Даже... Ой, спасибо. Хочешь, потом запей. О, спасибо большое. Большое спасибо. Баски маленько возьму. Бери. О, спасибо. Подарочки принес? Обязательно. Вот я хотел бы узнать, как мы учимся. Хорошо. Тройки есть? Не всегда. А все-таки бывает, да? Да. Давай споем песенку. А? В лесу родилась елочка. Сейчас я поставлю. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стой, да я. Красивой, зеленой была. Мороз ее окутывал. Спи, елочка, бай-бай. Смотри, не засыпай. А ты можешь спеть, как зайчик, а? Зайчик, сколько? Как мышка, можешь спеть, в лесу родилась елочка? Ну, давай, я помогу. Ты, начинай. Ты. Я родился, елочка. Как мышка, можешь спеть? Как мышка. Тоненьким голоском. Лучше. А у тебя настоящая борода? Конечно, настоящая. Может, пощупать. Да, пощупать. А ты настоящий? Ну, как, видишь, костюм у меня такой красивый. О, да. Просто мы немножко это... Сейчас становимся уже ближе к городу. Из леса потихоньку выходим. А можешь что-нибудь... Анекдот можешь рассказать взрослым, пока мама? Анекдот? Да, пока мама. Давай расскажем так. Пока мама. Взрослый, так. Ага. Такой я тебе анекдот скажу, там. Примерно какую тему? На любую. Ага, так. Ага, так. Угу. Так, какой же анекдот тебе рассказать? Ну, значит, какой-нибудь я сейчас продолжу. Сам придумай, вспомни. Идет солдат. А, нет, да. Так, анекдотеньку. Много, память уже не достала. Старею. Так. Красная шапочка. Петушок. Теремок. Так. Ну давай побыстрее, ну, дедуля. Ну, никак мне не вспомнить же такой анекдот взрослый, тем более ты заебил. Ой, взрослый же заебил. А вы анекдоты знаете? Вот тебе анекдот. Попробовал я из горла однажды. Настоящий анекдот, да. Расскажи. Я настоящий рассказываю. Взял я бутылку из горла, присосался, она и перемерзла. Даже так. Вот ну, это водка, а это... Очень это тоже. Да все. Мой папа любит это мешать. Твое здоровье? Ага. Чтоб ты бы... Мой папа любит мешать. А ты в какой класс ходишь? В четвертый. В четвертый хорошо учишься? Да. Молодец, так учись дальше. Ага. Ну ладно. А это Ром. Мой папа любит мешать. Мой папа еще из горла любит пить. Вот плохо. Ну ладно. Счастливо тебе. Пока. Живи хорошо. Ага. И радуйся. Игрушек у тебя много? Да. Игрушек много? Много игрушек? До свидания. Скажите, пожалуйста, а вы знаете такую программу «Городок»? Городок? Да, с Олейниковым и Стояновым.
Вот это я маленько профан. Профан, не разбирается. А знаете, что такое скрытая камера? Когда камера снимает, а вы не видите, что вас снимают. Ну, так это элементарно. Элементарно? Конечно. Хи-хи!